Всем привет! Мы в Ростове. Решили убежать от холодной сибирской осени. Такие теплые края, здесь 25 градусов, очень тепло. Словно как будто бы лето началось. Здесь состоится финальный этап. Он даже сам по себе отдельно существовавший. Это суперфинал, на котором встретятся пилоты РДС Европа и пилоты РДС GP. Победитель будет первым в истории существования дрифта официальным чемпионом России по дрифту. Мы не могли просто пропустить это событие и приехали сюда для того, чтобы сразиться в этом лютом дерби. Самые внимательные ребята вчера в моей истории обратили внимание на логотип нашей новой команды, точнее команды, теперь в которой мы едем, и это Яхнич Моторспорт. Ребята пригласили меня для участия здесь в суперфинале, и я, безусловно, им за это благодарен, за доверие. Поэтому спасибо, ребят. Я уверен, что составом Артема Лейтиса и Кирилла Мацкевича, ну и, собственно, меня, я думаю, мы покажем хороший результат и покажем высокий балл в итоговом зачете и, безусловно, в личном зачете. Поэтому следите, дерби будет невероятный. Я думаю, здесь будет очень клево. Итак, тестируем новую шину под названием Link Long. На ней ребята в GP участвуют, уже научились на ней ездить. Я, честно говоря, первые две пары сел и очень сильно удивился, потому что, ну, очень мало зацепа на этой шине. Ее, во-первых, нужно очень сильно греть, во-вторых, ну, такая своеобразная от Вестлейка очень сильно отличается. Поэтому требуется какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. Но есть ребята в команде, которые, к счастью, знают, как его настраивать. И вот сейчас поставили новые настройки, будем снова тестировать. Поэтому изучаем новую шину, вкатываемся в конфигурацию. Она на самом деле не очень сложная, она направлена такая более на точность. Поэтому 5 минут и поедем еще покатаемся. Мишань, что делаем мы вообще? Короче, что происходит? Хотели уехать в Москву на поезде, билетов нет. Так. Решили купить машину, доехать до Москвы и забанщить ее, короче, подороже. Перекупы дрифтеры двигаются, короче. В общем, короче, Илюха задвинул тему, и вот, кажется, мы уже покупаем машину, на которую мы поедем. Так, мы сейчас за ней поедем уже, Серега. Мы сейчас поедем за машиной. Калдина даже. Все, в общем, будем двигаться. Перекупы двигаются по Москве. Будьте аккуратны.